Мощное армянское лобби в России все эти дни внушает российской аудитории одну и ту же мысль. Россия может потерять влияние на Южном Кавказе, Турцию нужно остановить. Армения проигнорировала всю ту работу, которую проделал лично президент России и МИД этой страны по деэскалации ситуации вокруг войны в Карабахе. Почему после подписания в Москве документа о временном прекращении огня в гуманитарных целях Армения через сутки демонстративно и с особой жестокостью Наносит ракетный удар по жилым кварталам Гинджи, как будто желая забрать как можно больше человеческих жизней. Ответ напрашивается только один – еще больше раздуть огонь войны. Тогда спрашивается, кому и зачем это нужно. За последние годы скопилось слишком много фактов, чтобы можно было однозначно утверждать. Ереван, уже не оглядываясь на мнение России, исполняет чей-то заказ. Как передает АЗ. Эйзи об этом пишут аналитик Азер Бели для Тренд. Российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко, комментируя ситуацию вокруг войны в Карабахе, задается этим же вопросом: Очевидно, что у Пашиняна есть обязательства перед кем-то, но только не перед армянским народом. Эта война точно не в интересах армян, которым нужен мир. Но вместо этого армянский народ держит в заложниках чьих-то интересов. Кто стоит за спиной Пашиняна? Ответ на этот вопрос можно найти на российских телеканалах. Мощное армянское лобби в России, планы и закулисные действия, которого большинство россиян даже представить не могут, а также множество проармянских российских политиков и политологов, оплачиваемых Ереваном и вовлеченных в продвижение армянских интересов. Все эти дни внушают российской аудитории одну и ту же мысль в разных вариациях. Турция уже пришла на Южный Кавказ. Россия может потерять влияние на Южном Кавказе. Турция никогда не была дружественной России страной. Турцию нужно остановить и так далее. Начитавшись художественной литературы о русско-турецких войнах и поднимая антитурецкую волну, они видят лишь часть геополитической шахматной доски, отметая любую мысль о полезности дальнейшего сближения Москвы и Анкары и превращаясь таким образом в соучастников плана Запада по возвращению Турции в лоно противников России, полагает аналитик. Армения, при всей своей зависимости от России, приняла заказ Запада на провоцирование большой войны, поскольку это еще одна возможность при удачном стечении обстоятельств противопоставить Турцию России и похоронить зарождающийся политический тандем двух стран, могущей стать для Запада ночным кошмаром. Ведущие самостоятельную внешнюю политику, обладающие мощным экономическим и военным потенциалом, имеющие лидеров, которые не меняют своих мнений как перчатки, Турция и Россия в тандеме будут представлять реальную угрозу Западу, поскольку смогут противопоставить свое слово, слову Запада, в решении важных региональных и мировых внешнеполитических вопросов. Собственно, это уже происходило несколько раз, пишет автор статьи. В этой связи показательно высказывание министра иностранных дел Великобритании Доминика Раба, сделанное им несколько дней назад во время выступления в Комитете по иностранным делам британского парламента. Он сказал, что не исключает, что результатом конфликта в Нагорном Карабахе может стать укрепление отношений России и Турции. Идет схватка за геополитические позиции. Я думаю, что несмотря на то, что иногда поведение наших турецких коллег по НАТО вызывает разочарование, мы должны очень внимательно относиться к риску того, что Турция падает в объятия России, сказал Раб, добавив, что у конфликта есть многочисленные стратегические последствия. Удар по жилым кварталам Гинджи, сразу после объявления перемирия, как раз и был еще одной отчаянной попыткой вызвать неконтролируемый приступ гнева у азербайджанской стороны со всеми вытекающими с дальнейшим вовлечением в войну России на стороне своего союзника и, соответственно, Турции на стороне Азербайджана. Сегодня у России есть возможность потушить самую застарелую горячую точку непосредственно вблизи своих границ. Пойдет ли Россия на более прямое и тесное сотрудничество с Турцией в вопросе урегулирования Карабахского конфликта, еще больше сцементировав русско-турецкие отношения? или у тамошнего генералитета, взыграет консерватизм и генетическое чувство недоверия к Анкаре. Мяч на российской стороне.